Среди бюджетных блюд на обед или ужин это выгодно отличается простотой и вкусом. Я хочу показать вам, как приготовить куриные спинки с картошкой и замороженными овощами. Нравится идея. Запоминайте. Основное преимущество этого блюда в том, что рецепта как такового нет. Вы можете использовать абсолютно любые специи для маринада, а также запечь те овощи, которые как раз окажутся под рукой. Этот вариант... Лишь один из множества, но идею точно рекомендую взять на заметку. Куриные спинки вымойте, обсушите, удалите лишний жир. Выложите их в глубокую мисочку. Посолите, добавьте любимые специи. Для пикантности можно положить кетчуп или острый томатный соус. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться хотя бы на часик. Противень для запекания застелите пергаментом или фольгой. Смажьте чуточку маслом, Выложите нарезанный тонкими ломтиками картофель, замороженные овощи по вкусу, лук, сладкий перец, помидоры, грибочки и так далее. Подсолите и поперчите по вкусу. Выложите сверху спинки и отправьте противень в разогретую до градуса в духовку. Запекайте блюдо минут 45 до готовности. Приятного аппетита!